смотри, там батут есть. Мы сегодня выбрались на пикник. Арт-пикник. Будем снимать Дениску. С нами бабушка. Это на пробное бесплатное занятие. Хорошо, а как ты? Ю-ху! Давай. Это ты в лабиринте бегаешь? Нет. Это я на горке бегаю. Денис! Я тут. Ты что там делаешь? Катаешь на горке. А где ты был, Денис? Смотри, идем на гамак, покатаешься на гамаке. Такой домик на дереве. Классный. О, где у него будет в гамаке. Класс, привет. Хорошо тебе там лежать? Да. А, супер. Ну все, мы пошли, День, да? Спускайся. Я шучу. Пошли дальше. Кружок рисования. А мы идем дальше. Ой, собачка. Какая милая. Ей, может, не надо туда, там высоко. Давай, не бери. Нет, давай мы лучше посмотрим. Какой-то самострой. Индейцы. Ты как тетя не лезет. Вниз. Спускается вниз. День, ты тоже хочешь попробовать так? А ну попробуй. А сам давай. О, молодец, вот так, правильно. Не можешь, чего? Тяжело? Как тебе помочь? Ну давай. Ух ты! Все, дальше, наверное, уже не пойдем. Так, мы далеко забрались. Опа. Да. Молодец, ты сильный. Высоко тут. О. А вот там забраться можно. Туда мы точно не заберемся. Это до тех, кто умеет лазить. Ну, тут стрёмно, День, идти. Не-не, давай туда не пойдем. Давай посмотрим просто. Не-не-не-не. Ой. Я боюсь. Ой, да, будет... высоко тут, посмотри как. Стой. Ой, я не знал такого. Да. Бабушка внизу. Давай. Так. Угу. Вот так, да.
Интересно, а что ты нарисовал, Дин? Один мой, а другой твой. Вот я напишу. Нет, а это что ты нарисовал вот тут на первом рисунке? Это окошко, это лестница. Лестница? Привет, смотри, чем ты хочешь рисовать? Карандашами, фломастерами или красками? Красками? Да. Хорошо, сейчас тогда я принесу водичку и будем с тобой рисовать. А, класс. Будешь рисовать, Аня? Да. Супер. Сейчас она принесет фломастер. Ой, нет, не фломастер, а вот. Такое красивое рисуешь. И еще в краску макай. Немножко водички и в краску давай. Опа. И краски возьми. Какого цвета? Черный. Черный? Да. Давай черный. Привет. Так я затащу себе шмак. Давай. А это что такое будет? Дом нарисуешь? Будет дом, да? Да. Да. А окошко нарисуешь в домике? Ну, сейчас. Да? Ну, что, мне нужно. Да. Давай. Оу. Ты видишь, что... А белый по белому разве будет рисовать? Ну, да. Да? Белый как-то не рисует. А что это? И окошко рисуй. Окошко мы тогда рядом рисуем. Правильно? Ну... Давай? Давай. О, а что вот это? Вот это что? Это? Это пластилин. Хочешь пластилин налепить будем? Да. Принести? Да. Хорошо. А можно мне посидеть? Конечно. Давай чуть-чуть длиннее мы ее сделаем. Да. Давай я тебе помогу. Можно? Да. Да. А я сделаю еще. Еще, да? Мы одну такую длинную сделаем, да? Папа. Давай. Чуть-чуть тоньше сделай ее. Да, еще чуть-чуть тоньше. Вот так вот. И смотри, у нас такая получилась вот длинная полосочка. А теперь смотри, что мы делаем. Держи мой фиолетовый. Будешь держать фиолетовый? Мы же леточку делаем, да? И смотри, один конец мы вот так положили, да? И начинаем по кругу заворачивать. Давай по кругу заворачивать. Так, положи сюда на столик и будем так заворачивать. Вот. Буква какая? Или мягкий знак, или перевернутая R. Знак. Мягкий знак, да? Да. Теперь смотри, вот так вот мы будем заворачивать, будет у нас улиточка. Мы же леточку делаем, да? Смотри, вот у нас улиточка. Когда делаем улиточку? А где мы едем в обид? Ну, пока нет, видишь, мы пока обошли, не видели. Еще железные животные. Нормально там? Не застрял? Нет. Денис залез в букву А. Моя! Где ты? Пупсик мой. Что у тебя там? А, яйца? Это яйца. Дениски. А Дениска в букве А. Мама покажет. Буква А. А. Thank you.
Я тебе помогаю. Ты устал? Да. Пока мы не едем, можешь сейчас поедем, бабушка закроет окно. Все, мы отгуляли, едем домой. Побыли в атмосфере арта, устали. Едем домой, Дим? Да.